Проект закона о муниципальных выборах вызвал живое обсуждение на последнем в этом году заседании областной думы. Документ уточняет нормы и положения в части законодательного регулирования избирательного права. Согласно поправкам, список кандидатов может состоять из общемуниципальной части и территориальных групп. Сделано это для того, чтобы в крупных муниципальных образованиях кандидаты, выдвинутые партиям в составе списка, имели большую часть связи с избирателями на территории мажоритарных округов. Депутат-коммунист Кленов считает эту систему несправедливой. Сейчас вы применяете ту систему, которую применяли на выборах в Ивановскую областную думу. И вам вот эти карликовые партии, конкретно партии «Единая Россия», принесли 3 мандата. И вы эту же систему применяете на выборах в органы местного самоуправления. Путь этот вредный, путь этот очень опасный. Вторая поправка, одобренная депутатами, касается методики распределения мандатов. Ее парламентское большинство сочло более демократичной. На сегодняшний день то, что касается методики, то есть определения количества мандатов, получаемых политической партией по итогам голосования, оно остается точно таким же. И, кстати, и по итогам Конституционного суда те поправки, которые были внесены в законодательство Ивановской области о выборах, они в любом случае не затрагивали методики распределения мандатов. Имеется в виду определение количества мандатов, передаваемых партии по итогам голосования.